И сегодня еще пока в Рио губернатор Тюменской области Александр Мор дал первую большую пресс-конференцию. Он рассказал о том, что значит для него победа, как он ждал результатов голосования и что будет теперь делать, получив поддержку избирателей. Подробности далее. С своей стороны, тем, кто проголосовал за меня и тем, кто не проголосовал за меня, могу сказать, что на посту губернатора буду работать в интересах всех жителей Тюменской области, учитывать мнение, точки зрения всех политических партий, которые отражают мнение наших земляков. Для меня это был первый опыт, мое первое участие, личное участие в выборной кампании. И переживания 9 числа, ночь с 9 на 10, были же, конечно, для меня новыми ощущениями. Но, тем не менее, сегодня уже своими мыслями я далеко, там, в конце сентября, в октябре, в ноябре, учитывая, что у нас очень много работы, очень много планов, о которых я говорил в ходе предвыборной кампании, и сегодня надо уже закатывать рукава и начинать по полной включаться в работу. А Владимиром Владимировичем Якушевым сформирована одна из лучших управленческих команд. А структурных изменений, либо кадровых замен в голове у меня нету, и мне нечего на эту тему даже сказать. Все работают на своих местах и продолжают решать задачи, которые перед нами стоят.